с вами снова я, Даналия. Хотелось бы поговорить о такой вещи, как личная жизнь в Star Stable. Я не против записывать для вас всегда видео о том, когда я покупаю лошадей, какие предметы бы я покупала в Star Stable, как я одежду меняю, как я образ свой меняю, но... Знаете, это меня не... Я пыталась это снять все, то есть я даже мыть заготовки делала, но все-таки для меня очень тяжко снимать для вас целиком все. Должна же быть у меня хоть какая-то личная жизнь. На днях я спокойно съездила и купила себе вестернский набор. Седло и уздечко с вальтрапом для моих мустангов, который один из последних. Я поменяла свой облик, так что опять я теперь что-то типа Эрики Аники, точнее Аники из Барби Волшебство Пегаса. Вот, то есть вся такая блондинистая или вот с серебристыми волосами, как сейчас. И на днях я купила 3 лошади, но я как бы покупала их, по-моему, купила всех в один день, или 2 в один день, 1 в другой день. Вот, и как бы это вышло совершенно случайно, ну не случайно, просто мы приехали с подругой на ярмарку, я гуляла с ней, и там я увидела этого араба, и я как бы плюнула, и я его купила. Я не стала ничего записывать, я просто взяла и купила этого коня. Я его давно хотела, у меня были иска. Вот, и я решила, что зачем опять долго мучить себя. Пускать слюни, ждать очередного ярмарки. Я взяла его и купила. И знаете, вот ни капли об этом не жалею. Старая моделька арабов мне, наверное, даже нравится больше, чем новая. В тот же день я решила, что у меня есть старый араб. Почему бы не попробовать и модельку старых фризов и андалузов? Я в этот момент очень-очень сильно хотела себе белого купить. Ну, точнее, светло-серого. Но... Покатавшись, я поняла, что я хочу себе вот этого красавца, точнее красавица, это у меня девочка, тоже взяла без съемки и купила, и тоже ни капли не жалею. Она нравится всем моим друзьям, вот особенно близким, с кем я играю в ССО, они посмотрели, и нету вот этого отчуждения, что фу, ты купила старую лошадь, зачем она тебе? Нет, она крутая. И в тот же день или на следующий день я купила себе квадрохорса, над которым очень-очень долго думала, и знаете, тоже ни капельки не пожалела. Так что у меня такое пополнение о 3 лошадях. Я, честно, я понимаю, что вам нравится смотреть, как я покупаю лошадок, но это вот это просто неконтролируемый процесс, когда ты гуляешь с друзьями по Star Stable, и ты видишь лошадь, и ты понимаешь, что все, я не могу, я ее покупаю. Вместо того, чтобы, к примеру, бежать, делать настройки, записи, закрывать все лишние приложения, чтобы ССО не тормозило, ты просто идешь и покупаешь себе лошадок. Это просто, ну, классное ощущение. Потом, что еще я хочу вам рассказать. Я купила много макияжа и причесок на днях. Вот особенно макияжа. Вот у меня было где-то 3-4 макияжа. Я купила себе много светлых оттенков. А ну вот, в принципе, вот начиная вот отсюда вот до конца, это я все вот купила практически за один день. Тоже вот не жалею, потому что макияжи, они меняют твой образ. Будь ты там, я вот не знаю, друид, или девочка, или готом, или просто какой-нибудь ведьмочкой. Так что скупила много макияжа. Также съездила, купила себе несколько причесок. Купила себе кучу причесок, особенно вот этого типажа. Особенно вот этот типажа, потому что моделька, несмотря на то, что старая, она мне кажется очень классной. И цвета такие приятные, то есть вот блондинистый, нежно-розовый, белый прям, белоснежный, и вот этот темно-коричневый, который стоит 300 СК одна прическа, но я так долго ее хотела. Купила 2 такие прически на свой страх и риск хвостики. Когда это без шлема, это выглядит страшно, но когда ты одеваешь шлем, она выглядит очень даже ничего. Даже вот могу одеть ее показать. Вот такую купила. Скупила большую часть хвостов с бантиками Джоджа Сива. Потому что, ну, они стоят шиллинги, я их все за шиллинги скупила. Также вот у меня есть 3 прически одного типажа.
самые последние, которые добавили, но разных цветов. Вот я ходила рыженькой, потом я купила себе фиолетовую для Хэллоуина и серебристую купила вот на них, потому что крутая прическа. Потом я еще натуральных оттенков куплю, чтобы можно было более натуральнее выглядеть. Так что вот, кстати, вот прическа с шлемом выглядит очень даже ничего. Кто-то ко мне в друзья добавляется, не знаю, кто это. Не люблю, когда добавляют в ролку просто так. То есть я стою, меня добавляют в группу, я добавляюсь, пишу, зачем вы меня добавили, и вижу, что они, ну, пишут, ролят. И я пишу там, все, до свидания, и ухожу. Вот так что это не всегда контролируемый процесс, все эти покупки, лошадей, смены образа. И я в какой-то момент, почему я не выкладываю все это там по каждому видео, потому что я устаю монтировать. А когда я устаю монтировать, я уже не получаю от этого такого удовольствия, и видео получаются не такими классными, как вы любите. Поэтому это, ну, я просто в этом не вижу смысла. Кстати, вот я никогда не задумывалась, сколько у меня лошадей, но меня уже иногда просто начинает считать, сколько у меня лошадей, и я... Думаю, нет, я их считать не хочу, иначе точно окажется, что я уже перешла, скажем так, уже давно в элиту, в крутых хозяев большого количества лошадей. Но, кстати, давайте посчитаем, что ли, благо это сейчас очень удобно сделать. Так, о, у меня вышло 3 страницы лошадей, 3? Это как? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ого, то есть скоро будет 40 лошадок. Можно будет юбилей праздновать. 40 лет. А нет, юбилей начинает праздновать 45. Ну ладно, подождем. Надо будет потом, когда я в следующий раз положу себе СК, когда будет удвоение, надо будет купить конюха. Конюха, конюха, конюха. А, вот, я коня потеряла. Потому что уже слишком много лошадок. Я иногда чищу некоторых, иногда не чищу. И это очень сложно, потому что в какой-то момент меня может передернуть, что вай, я хочу сесть вот на того же своего, одного из первых лошадей, я хочу сесть на своего Моргана. А я, допустим, чищу вот эти 3 лошади только, или там сколько вот у меня в конюшню влезает, я столько лошадей чищу. Ну, как хорошо стоят. Вот в этом и проблема. Если у вас есть лайф, вам придется выбирать между тем, чтобы быстро копить на лошадей 400 СК в месяц, или над тем, чтобы все ваши лошадки были в довольстве. Это 210 СК на 30 дней. Сейчас вот даже проверим. Да, в принципе, я могу купить прямо сейчас, но не хочу пока что. 28, 29, 30. Вот, 30 дней у вас выйдет 210 СК. То есть это чуть больше половины. Ну да, получается, на 10 СК больше половины от ваших доходов в месяц по СК. Тем, у кого Старайдер вы оплачиваете в месяц, тем еще сложнее. То есть они оплачивают Старайдер, чтобы играть, чтобы накопить на лошадей. Да, им еще придется и 200 СК вообще просто вот отдавать на то, чтобы прокормить всех этих лошадей, начистить их до блеска. Ну, кстати, могу показать. Я вот как раз вот купила вот этот комплект на своих мустангов и на хафлингера. Так что, мне кажется, на этих лошадях он смотрится очень классно. Так что вот я вам рассказала немножечко о своей личной жизни, которая чаще всего не выкладывается, почему она не выкладывается. И что, поймите меня правильно, ну нельзя же все постоянно снимать. От этого я устаю монтировать, я буду не так хорошо, как если бы я просто вот снимала каждую один раз в неделю 2 видео.
чем там каждый день по видео или в один день два видео. Так что надеюсь, вы меня поняли, и вы сами такие же, к примеру. Так что всем пока, спасибо за просмотр, ставьте лайки. С вами была я, Даналия, и мои лошадки, которые сегодня стояли в конюшне и могли вас... которых вы могли лицезреть. Всем пока! А мы пойдем прокачивать лошадь.